Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, с вами, как всегда, проект Диссонанс. И перед началом ролика хотел бы вам напомнить то, что мы сравниваем ваших персонажей не для того, чтобы их унизить либо загнобить, а за тем, что это просто интересно и познавательно. Не забывайте то, что каждый персонаж уникален по-своему. Сегодня у нас будет в программе Керри против Клауда. Только мы решили немножечко усложнить задачу. Мы решили узнать, какая же будет скорострельность у этих героев. И как всегда, по законам жанра, не забывайте заглядывать в описание и подписаться на наш канал, ведь впереди вас ждут более интересные и захватывающие сравнения и разнообразные рубрики, в том числе и топовые сборки, точнее аналитика топовых сборок. Ну что ж, не будем долго разговаривать. Присаживайтесь поудобнее и поехали. Берем Керри и Клауда. Также ставим им эмблемы танка. Там нету добавочной скорости атаки. Первым на линию из стрелков выходит у нас Клауд. Давайте же на первом уровне мы посмотрим, сколько у него скорости атаки есть. 0,83 единицы, естественно, это же без всяких шмоток, ведь мы проверяем все на селфах. Ну а теперь делаем прострел за 5 секунд с автоатаки. Поехали! Итого, благодаря мартышке он смог нанести 12 выстрелов. Теперь на линию огня выходит второй стрелок. Керри. Давайте также посмотрим, сколько на селфах будет скорость атаки у нее. 0,84 единицы. На 1/100 больше, чем у Клауда. Ну и конечно же, начнем наш тест. Побьем манекен в течение 5 секунд и посмотрим, сколько было выпущено снарядов в него. Итого Керри смогла нанести 6 выстрелов. В следующем тесте мы добавляем нашим стрелкам 15 левел и проверяем их характеристики заново. Скорость атаки возросла, стала теперь 99, а было 83. Цифры цифрами, а проверим все по факту. На этот раз наш герой смог выстрелить аж 14 раз за те же 5 секунд. Теперь берем Керри, добавляем 15 уровень и проверяем характеристики. Скорость атаки возросла 1,08, а было 0,84. Проверяем все на деле. Посмотрим же, сколько теперь за 5 секунд сможет нанести Керри ударов. Несмотря на хороший прирост скорости атаки, Керри смогла нанести 7 раз, что, естественно, очень мало. И тут мне стало интересно, а влияет ли месторасположение персонажа и противника на анимацию и скорострельность? Давайте проверим. Подойдем ближе к манекену и будем стрелять все те же 5 секунд. Ничего не изменилось, все так же те же 7 раз. Перейдем к Клауду. Всем известно то, что у него есть скилл искусства воровства, где он прибавляет себе скорости атаки. Давайте же проверим, насколько же скорость атаки возрастет при максимальных стаках. Сейчас мы имеем все так же 0,99. При максимальных стаках мы смогли добавить скорости атаки на 0,48. Теперь же на максимальной скорости атаки, которую возможно разогнать на Клауде, мы постреляем по манекену все те же 5 секунд. С максимальной скоростью атаки мы смогли достигнуть 20 выстрелов за 5 секунд. Тем самым, повышая стаки, мы с 14 раз смогли достигнуть до 20. Теперь переходим к Керри. Включаем ульту и проверяем характеристики, повышается ли скорость атаки при включенной ульте.
0,87. Получается, при включенной ульте у Керри падает скорость атаки. Напомним то, что было 1,08. Ну а теперь постреляем по манекену с включенной ультой. Эх, Керри, не помогли тебе двойные диски. Всего лишь 10 выстрелов за 5 секунд. Ну и перенесемся к нашему Клауду. Пока мы проводили тесты с его ультой, мы кое-что заметили. Его ульта неравномерно выстреливает по кругу. Сейчас мы вам это продемонстрируем. В какую сторону смотрит Клауд, туда и больше прилетит урона от ульты. Не верите? Давайте поставим наших противников по кругу. Посмотрите, какой разброс у каждого манекена. Вот теперь вы увидели. Небольшой лайфхак. Прежде чем включать ульту, наведите трейд на самого ватного персонажа, а потом влетайте. 100% вы его заберете. Ну а теперь осталось только подвести итоги. В данной битве мы смогли наблюдать скорострельность этих двух персонажей. И с большим отрывом побеждает Клауд. Он становится самым быстрым стрелком в этой битве. Как-то так прошли наши тесты. А на этом у нас все. Не забывайте поставить лайкос под видос. И напишите, кого в следующий раз сравнить нам еще и в какой сфере. С вами, как всегда, был проект Диссонанс. Не скучайте, до новых встреч и пока-пока.